Здравствуйте! Здравствуйте и процветайте, дорогие человеки Земли! Тема черенков, черенкования цветочных растений очень актуальна, и поэтому по вашей просьбе я снимаю еще один ролик, посвященный черенкованию цветов, только на этот раз вот хризантемы. Это я купила мультифлора, польская рассада, она дорогостоящая, какие-то особые красивые цветы, цветок такой с расцветкой разноцветной, ну осенью я покажу. И вот когда я купила, нужно было оборвать вот этот кончик. Сейчас можно еще тоже обрывать, но я не буду. Дело в том, что уже дело идет к осени. Посмотрим, а потом будем дальше размножать. Вот этот кустик и еще несколько таких же кустиков я оборвала вершки. И сейчас пойду покажу, где я их поселила. Я их не выбросила. И опять мини-тепличка. Неделю назад я эту тепличку открыла. Вот она была у меня закрыта. Здесь у меня растут вот эти череночки, которые... Как они? Вот они прекрасно себя чувствуют. Сейчас мы будем их открывать. Вот, вот они, череночки. Самое главное, их не сразу открывать. Я сейчас на несколько часов их открою. Здесь полутень до жары, а потом снова прикрою и на ночь буду открывать. И вот так я их несколько дней буду закалять и готовить к новой жизни, к открытому небу. И, естественно, нужно будет их полить, подкормить. Вот для уже для хорошего роста. Я думаю, что в первую очередь сделаю еще один полив с фитоспорином, для того, чтобы корневая система очень хорошо развивалась. А затем будет полив раствором нитромофоски. Но это будет еще через недельку. Нельзя соединять эти вещи, эти препараты. Вот. Вот такая важная вещь. Вот так можно очень легко размножать цветочные растения. По крайней мере, розы и хризантемы это очень легко делать. Тем более, что очень дорогостоящая мультифлора и очень красивые цветы должны быть. И я обязательно об этом расскажу и покажу, когда уже будут они зацветать. Черенки. Черенки. Размножение цветов черенками. Это просто и легко. Удачи вам всего.